Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю видео распаковку вот такого набора куколки Enchantimus морской звездочки, которую зовут Starling Starfish, и ее питомцы морские звездочки. Это такой набор. У меня это первая кукла из вот этой фирмы Enchantimus. Давайте я вам покажу поподробнее коробочку вообще. Тут такой морской фон. Кораллы и сама вот эта Starling Starfish со своими питомцами. Как я поняла, она какая-то звезда. На обратной коробочке изображены и другие игрушки из этой коллекции. Так, ну, в принципе, тут больше ничего нет, только ее имя по-английски, имя ее питомцев, ну и сам логотип Enchantimus и что 4+. Ну, давайте распаковывать. Так, открываем коробочку, вот так вот, 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 вот так вот ее придется грубым способом, зато мы ее, можно сказать, почти что освободили, сейчас я все отрежу. Так, сейчас надо аккуратно все распаковать, а то будет она лысенькая, без волос. Ой-ё, ну и запаковали бедненькую. Так, ну, так, у нее тут тело надо еще открепить. Ой-ё. Интересненько. Я давно уже не распаковывала. О-о-о-о-о. Свобода морской звезде. Ну, красивая очень кукла. Я прям ее хотела давно. Именно вот эту из этой коллекции. У нее вот такие вот красненькие туфельки. И тут, если приглядеться, вот морская звезда, ну вот прям вот видна. А сама ее юбка, да, напоминает немного даже по ощупи, как эта морская звезда, что ли, и выглядит так же. А еще внизу у нее такая какая-то штучка, ну, чтобы у нее там держалась юбка. Кофточка у нее такая, она не снимается, в виде ракушек. Волосы розовые, а на голове ободочек с морской звездой. Макияж у нее выполнен какой-то такой пятнистый, что ли, такой голубой. И тут две морские звездочки. И у нее зелененькие глазки. А губки у нее розовые. Так, я ее пока что вот так вот поставлю. Не знаю, она будет стоять, мне просто вот это интересно. Не, она не стоит, пусть полежит тогда. И откроем ее питомцев. Вот, это ее питомцы, надо их тоже освободить. Это морская звездочка большая, оранжевая такая. Красивенькая такая, вот она, вот я вот так буду держать. У нее тоже зеленые глаза, как и у ее хозяйки. Так, рядышком пусть стоят. Так, и маленькая звездочка, она мне очень понравилась, что она такая прям... Так, согнула свою лапку там, щупальцу. Так. Ой, освободилась. Ну, маленькая она, правда, такая миленькая. Мне почему-то кажется, что они или сестры, ну, или это мама, там, дочка. Я просто не знаю. Но они очень красивые. И у этой морской звезды тоже зеленые глаза, как и у их хозяйки. Ребята, пока я занимаюсь аксессуарами, то вы не хотите посмотреть мои рисунки по теме Капучи Дракона 3? Ну, я распаковываю. Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Если вам понравилась моя куколка, то поставьте лайк и ее питомцы. Теперь... Давайте мы посмотрим ее туалетный столик и стульчик. Начнем со стульчика. Стульчик выполнен в стиле как такая морская звезда, ну и все подводное. Так, вот такая вот голубая ножка, похожа на кораллы своеобразные. Такого же плана, голубого, как кораллы, выглядит и столик, нижняя такая часть столика. А вот само зеркальце выполнено в коралловом цвете таком. Красненьким, и наверху звездочка, а вот это, как я поняла, уже подставка для ее питомцев, чтобы они вот так вот сидели, для вот этой морской звездочки. Сейчас попробуем большую морскую звезду, как она там будет себя чувствовать. Ну,
что-то она не очень себя хорошо чувствует, так как она уже большая, это, наверное, она маленькая, это ее местечко. Она так миленько смотрится даже. Так, рассмотрим аксессуары самой нашей Starling Starfish. Это вот такие вот тени. Вот мы положим на столик ей. Потом красная кисточка, чтобы наносить эти тени. Вот так вот. Вот. Смотрите. И тут такие вот специально как колечки. Это чтобы куколка могла, ну, держать их в руках. Потом вот такая вот расчесочка. Такая цветом морской волны. И еще вот такие вот духи оранжевого цвета, выполненные в стиле ракушки. Так, еще я знаю, что вот эта маленькая морская зёрочка может вот так вот держать вот эту вот кисточку, так как она ее помощница. Вот, ой, помощница вот этой вот куколки, она ее вот так вот может делать тени. Куколка сама очень красивая, мне этот набор очень понравился. Еще у этой куклы сгинаются ноги в колени, я просто не хочу это, ну, делать, а то еще, ну, не знаю. Кукла очень красивая. Если вам эта кукла тоже понравилась, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока! Поставьте лайк, если вам нравится мой рисунок. И напишите в комментариях, если вы знаете, кто на этом рисунке изображен. Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня.